Армеец Владимир Сафронов и динамовец Александр Засухин, он в темной форме. Финалисты следующей, полулегкой весовой категории. Бой равных по классу соперников, бой настоящих мастеров. Сафронов так ведет поединок, что многие удары Засухина идут мимо. Сафронов по достоинству назван чемпионом. Тяжеловес Андрей. В полулегком весе заслуженный мастер спорта Владимир Сафронов, он в черной форме, выступавший за Московский округ, ведет бой с чемпионом Туркестанского военного округа Николаем Корытовым. Победа присуждена Сафронову.